В Саратове задержаны 5 мужчин, которые обвиняются в совершении заказного убийства. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Саратовской области. Как отмечает ведомство, подозреваемых удалось установить в рамках ранее возбужденного уголовного дела по факту убийства 42-летнего мужчины возле навигатора. Следователи установили причастность к совершению особо тяжкого преступления 5 местных жителей. Каждому из них отводилась определенная роль в совершении убийства, говорится в сообщении. Их задержали 31 марта при содействии сотрудников ОМОН Росгвардии. Всем обвиняемым в преступлении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия по восстановлению всех обстоятельств произошедшего. Назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.